Всем привет! 88-я серия турецкого сериала «Плен» выйдет 12 апреля. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть через день. Если вы хотите, чтобы Орхун и Хира взяли опеку над Али, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Уже все жители особняка, в том числе и прислуга, поняли, что Орхун и Хира любят друг друга. Только они сами в этом признаться пока не могут. Нуршах в открытую сказала им об этом. Но Орхун и Хира только засмущались и ничего ей не ответили. Афифе тоже видит перемены в сыне, и это ее настораживает. Али постепенно привыкает к жизни в особняке, и все это благодаря усилиям Хиры. Орхуну нравится, как они ладят друг с другом, и ему спокойно, зная, что Хира рядом с Али. В это же время Кинан, видя, что Мерьем хорошо получается выполнять работу адвоката, решает помочь ей восстановиться на учебу, чтобы она наконец-то получила диплом. Тогда у нее будет выше зарплата, и она сможет обеспечить свою семью всем необходимым. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.